Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание 885. Нам нужно начертить в тетради квадрат со стороной 6 клеток и затем разделить его на 3 доли, то есть на 3 равные части. И давайте сначала квадрат начертим. И вот такой вот квадрат получается. Сторона квадрата 6 клеточек. И нужно разделить его на 3 доли, то есть, еще раз повторяю, на 3 равные части. Но это можно сделать разными способами. Давайте просто вот сторону квадрата разделим на 3 части и просто через вот эти стороны, через вот эти вот отметки, которые мы отметили, проведем отрезки. Вот получается, что мы разделили наш квадрат на 3 доли, то есть на 3 равные части. Нужно теперь начертить отдельно треть квадрата. Треть квадрата, то есть 1/3. То есть мы на 3 части разбили, а нужно начертить отдельно одну из частей. Получается треть квадрата. Вот одна из частей, я ее выделила красным, ее нужно нарисовать отдельно. Это будет прямоугольник, у которого одна сторона 2 клеточки, а другая сторона 6 клеточек. Давайте начертим отдельно такой прямоугольник. И вот треть квадрата мы начертили отдельно, прямоугольник такой небольшой. И выполнили задание 885. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.